Драники – это блинчики, только из картофеля, они получаются яркие, вкусные, к тому же готовятся очень быстро, рецептов великое множество, предлагаю приготовить драники на молоке. Рецептов драников очень много, у каждой хозяйки есть свои секретные ингредиенты для этого рецепта, в этом рецепте я расскажу, как приготовить драники на молоке, следуйте пошаговым рекомендациям, очень надеюсь, что вам понравится этот рецепт. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте ингредиенты. В миску натрите картофель, половинку луковицы и зубчик чеснока, отожмите лишнюю жидкостью. Добавьте соль, перец, ядра подсолнечника, базилик. Влейте горячее молоко, размешайте. Ставим лайк и подписываемся. Добавьте муку, вбейте яйцо, размешайте. Смешайте все ингредиенты, разогрейте сковороду, налейте на нее растительное масло, жарьте до готовности с обеих сторон. Подавайте драники со сметаной, это очень вкусно, приятного аппетита. Подписавшимся, больше вкусностей. Такие продукты будут нужны. Картофель. 300 грамм, лук, 0,5 штуки, чеснок, 1 зубчик, яйцо, 1 штука, молоко, 100 мл, ядра подсолнечника, 1 столовая ложка, базилик, 1 чайная ложка, сухой или свежий, мюка, 1 столовая ложка, соль, 1 щепотка, черный молотый перец, 1 щепотка, масло растительное, 2 столовые ложки, количество порций, 2-3. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите снова.